Итак, всем привет, друзья! В данном выпуске я буду слушать разную музыку и как бы комментировать то, что мне нравится, то, что цепляет, из трендов. Глаза с тобой, Бедляк. Очень крутая песня. Исполнитель, получается, сейчас я вам покажу. Медляк, Дэнди. Меня зацепило. По формату очень интересно, так живенько, в принципе. Так, диктофончик, вот он. Грустный медляк. Никто... Будоражащая песня, на самом деле очень живо сделана. Молодцы. Кручу любовь со вкусом на расстоянии пульса. Ты создаешь орбиту, не планируя вернуться. Но где любовь, а детка, скажи мне по секрету. Ты подари мне чувства, те, что не уперлись в стену. Она заполонила всю пару, детка, не надо мне спать. Прикольно, очень, очень здорово сделано. Купить дом. Дом. Очень здорово. Респект. Девочка. Девочка наивна. Следующая песня. Рахим. Ну что, друзья, на самом деле очень прикольно. Звучит клево, интересно. Такой, знаете, хасл. Ну, прикольно. Под чаечек самое то, друзья. Под чаечек просто то, что нужно. Я думаю, как меня слышно, если вам формат этот зашел, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Давайте послушаем следующего исполнителя. Просто из трендов ВКонтакте нахожу что-то новое, потому что, ну, старая музыка уже меня немножко... Но это хит. Ух, ё. Понарошку, T-Lex. Ну, слушайте, это хит. Здорово звучит. Звучит клёво. Воплощение красоты. Вот мой паблик. Можете заказать у меня видеосъемку, в принципе. Точно, хотя бы понарошку. На самом деле очень удобный формат. Ты просто поставил плей на камере, включил микрофон, включил скрин с экрана, ставишь звук и погнали. Любить. Даже если поссоримся, мы с этим справимся. Не с тобой под зло, что не говорил. Все будем на зло, крепко друг друга любить. Я с тобой самый свой, ты со мной не моя. Мы будем вдвоем жаль, что мы будем достать. Точно. Мне нравится, респект. T-Lex понарошку, респект.
Следующий исполнитель. Что это? Такая тяжелая музыка. Давайте дальше. Пастила называется. Маугли. Так. Ну, неплохо. Начало прикольно. На Гуди похоже очень. Ага. Ну, такая пиздострадальческая. Ну, окей. Добавил себе. Прикольно, молодцы. Ну-ка. По-взрослому «Гроза», «Фит Золото». Очень много новых исполнителей, которых я, в принципе, еще не слышал. Это интересный фон. Ага. Прикольно. Но мне не хватает какого-то драйва, если честно. Давайте дальше. Самолетняя шлаблочина. Чего? Такой подкастик выйдет. Прикольный, на самом деле. О, хорошо. Намек-то, знаете, под ретро-техно, которое было популярно там в 2000-х годах. Ну, респект, это вот сразу. Самолетняя. Трек называется «Самолетная». Самолетная. Самолетная. Шлакоблучина. Самолетняя шлакоблучина. Ну, здорово. Респект просто. Сразу добавил к себе. Погнали дальше. Атом. Гафур. Гафур. Тоже пиздострадальческая, но прикольно. Про девочек. Ну давайте, добавил тоже, прикольно. Карантин. Карташов. Давайте. Сейчас жвачку. Жвачку. Попробую-ка вкусненькую жвачку. Похоже. Ну давай дальше, старичок. Похоже. Ну прикольно. Хамай Наваи. Похоже на. Ну хорошо. Хорошо. Добавлено. Может, знаете, такая музыка, она как бы помогает немножко, когда тебе грустно. Или не совсем грустно, добить. Ну, прикольно, прикольно. Пизострадальческая тоже. Карантин, на-на-на. Давайте дальше. Люксор. Ага. Так, как мне открыть? Я-я. Это я. Я-я. Хорошо. Набирай, старичок. 0-0. Ну, мне нравится, да, это однозначно плюс. Может, у тебя другой? Ну хорошо, хорошо, молодец. О, молодец. Выйди. Пока. Привет. Детка, ты недоступна. Я не спал,
В общем, такой формат у меня подкаста. Я слушаю музыку из трендов и добавляю себе что-то свеженькое, что-то новое. Я думаю, такой формат интересен. Я еще пытаюсь открыть жвачку. Сейчас пишу я, получается, с экрана, пишу с камеры и стримлю здесь. Плюс еще пишу звук. Ну, неплохо. Следующий трек. Девушки-воробушки. Вада. Бля, что это вообще за музончик? Что это? Давайте отмотаем. Ну, прикольно, но это не мое. Не, сразу дальше. Дола. Ну, Дола молодец. Она такая крутая девчонка. Умница. И такой пацан поет Дола. Девчонка. Доллар. Или спек. Херня, короче, не мое. Дикий аромат. Газан. Сейчас послушаю. Блять, я не могу уже пачку эту открыть, пиздец. Да боже мой. Ай-ай-ай. На-н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 а-
Ну, пойдет, да, добавил себе, прикольно. Дикий аромат, это значит, у нас был Газан. Это пара-пара-пара-ра. Ну, ничего нового. Так, пока мы здесь, Варвара Визбор. Блять, я открою это или нет? Та-ра-ра-ра. Как мне тебя найти? Не, не то. Сразу мимо. Мимо. Как меня найти и потерять? Ага, отличная рифма просто. Не, это не мое. Вино и сигареты. Алена Швец. Вот так это надо было сделать. Вино и сигаретки. Вино и сигареты, друзья. Вино и сигареты. Ну, неплохо. Знаете, что напоминает? Напоминает какую-то раннюю монеточку. Но только у него голос такой более, более нежный. Сигареты. Что осталось? Усталость. Ну, неплохо такой, знаете. Я первый раз слышу трек, но уже напеваю. Значит, это респект. Мама. Дома. О, блядь, ну, очень жестко. Вино и сигареты Алена Швец была. Кому интересно. Следующий Жошин. Легенд. Е-е-е-е, камон. Ну, респект. Молодой Джастин. Пойдет. Этот трек называется Жошин Легенд Actions. Давайте дальше. Пуля в голове. Унлегаль. Унлегаль. Есть. Супер. Я хочу тусить, я хочу угорать. Давайте, наверное, на этом остановимся. Ну, вот это хорошее. Пуля в голове. Он легал. Па-па. Но мне нравится такая движовая. Ну, в общем, я остановился. Вот тут вот такой небольшой список рекомендаций. Все, хватит. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, советуйте свою музыку. Будем смотреть, будем слушать и оставлять свое оценочное суждение, друзья. Спасибо, пока!